Во Франции в возрасте 109 лет скончался велосипедист-рекордсмен Робер Маршан. Он умер в доме престарелых в городке Митри-Мари, недалеко от Парижа. Причины смерти пока не сообщают. Робер Маршан родился 26 ноября 1911 года на севере Франции. Он пережил две мировые войны, причем во время второй ему пришлось воевать, и он даже попал в плен. Француз впервые сел на велосипед в 14 лет, но серьезно увлекся велоспортом в 67. Первый рекорд Маршан установил в 100 лет, проехав 100 километров за 4 часа 27 секунд. В 102 года он за час преодолел 27 километров, а в 105 за это же время проехал 22,5 километра. Все это рекорды в его возрастной категории. В 106 лет велосипедист-долгожитель по совету врачей завершил спортивную карьеру. Однако с велотреком не расстался и продолжал кататься в свое удовольствие. Дедушка считал, что сумел сохранить хорошую физическую форму благодаря постоянным занятиям спортом. Он также ел много фруктов и овощей, не курил и почти не употреблял крепких напитков.